Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать на нашей электронной встрече. Как бы то ни было, там вирус не вирус, мы все равно с вами должны были встретиться в это время и в этом месте, поэтому надеюсь, всех все хорошо, замечательно, со здоровьем. Сегодня и вторая часть завтра мы будем с вами рассматривать тему, связанную с применением и особенностью выбора насосов в таких интересных зданиях и сооружениях, как котельные. Тема очень такая обильная, проблемная. Есть огромное количество опыта у нас, чтобы им поделиться. И поэтому я разделил вебинар на две части, потому что, ну, люблю много поговорить, и не получится сделать это за один час. Но я думаю, даже и за два тоже мы не сможем это сделать. Итак, сегодня мы начнем рассматривать вопросы, связанные с классификацией, назначениями и прочими такими сугубо нормативными вещами. В том числе посмотрим на нормативную документацию, которая актуальна на сегодняшний день, на что обращать внимание. Ну, единственное, к сожалению, могу отметить, что это будет актуально только для слушателей, находящихся на территории Российской Федерации, для коллег из Белоруссии и других стран, которые к нам тоже, я уверен, подсоединились. Я ничего не смогу тут обзор сделать. Они, я уверен, знают лучше меня все это на тысячу раз. Потом мы продолжим наше изучение в плане рассмотрения того оборудования, которое в котельных применяется, как основное, так и вспомогательное, каким образом оно влияет на работу насосных агрегатов. То есть все-таки, как бы там ни было, тема котельная, но мы будем плясать вокруг насосов. Обзор принципиальных схем котельных. Важная очень составляющая для того, чтобы начать выбор насоса и его как-то использовать. Мы сначала принимаем с вами какую-то схему, где какие, сколько котлов, какие теплообменники, какие группы насосов и так далее, и так далее. И в этом смысле опыт у нас тоже есть огромный. Мы видим, какие допускаются ошибки проектировщиками при рассмотрении, принятии схем, в каких случаях, на что нужно обращать внимание, опять же, относительно работы насосов, чтобы мы потом с вами получили готовый, правильный, работающий продукт в виде теплового источника, надежно работающего и обеспечивающего теплом потребителей. На следующий день, ну, явно мы начнем сегодня эти схемы, 100% сегодня мы их не закончим, мы продолжим их рассмотрение завтра. Следовательно, по завершению обзора схем мы как раз перейдем к блоку, каким образом, для каких насосов нужно рассчитывать параметры. На что обращать внимание, какие есть особенности, где там ссылки на нормативку, где, исходя из опыта, ну и так далее, и так далее. Вот в таком объеме мы будем с вами общаться сегодня и завтра. В то же самое время завтра подключайтесь, регистрируйтесь. Будет продолжение. Соответственно, переходим к нашим основным рабочим вопросам. По поводу вопросов. Раньше я практиковал, что мы вопросы сразу по ходу появления их рассматривали. Сейчас я подумал, что, может быть, стоит какие-то, если будут спорные очень вопросы, там, дискуссии, мы будем это откладывать на финиш. То есть, когда кому-то это уже будет неинтересно, он может отключаться. Соответственно, я уже по ходу буду стараться декларировать какие-то вопросы. Уже короткие, там, отвечать сразу. Если я буду видеть, что ответ длинный, то я буду его откладывать. Итак, поехали. Значит, у нас с вами котельная, да, что, собственно, из себя она представляет. Такое формальное обозначение. Тем не менее, мы должны понимать, что это сооружение или здание, там, или несколько этих, может быть, зданий, которые выполняют основную функцию, связанную с выработкой тепловой энергии. Собственно, в этом виде котельные могут быть разные. Значит, когда мы говорим о котельной относительно ее применения и расположения к относительно потребителя, мы должны понимать, что есть как минимум
три основных таких вида. Это централизованная котельная, которая располагается где-то на отдалении от всех потребителей, она снабжает теплом огромное количество там, домов, микрорайонов, городов и так далее. Есть автономные котельные, которые располагаются в непосредственной близости к данному потребителю. Итак, значит, потребителей автономные котельные, которые несколько, там может быть домов, ну, то есть она непосредственно расположена возле них и может определять, обеспечивать теплоснабжением только одно здание, например. Соответственно, среди этих автономных мы можем различать еще так называемые встроенные, пристроенные, крышные или даже там суперавтономка, когда используется поквартирное отопление и в каждом отдельно взятом, условно говоря, помещении, квартире там или здании, цеху, там, зале используется свой отдельно взятый котловой агрегат. Собственно, это к чему нам важно, да, исходя из понимания того, для какой котельной мы проектируем, мы будем выбирать те или иные насосы, например, связанные с тем, что, к примеру, да, автономная это будет крышная котельная, в которой использоваться принципиально бесшумное оборудование, да, без фундаментов там, и так далее, и так далее. То есть просто когда проектировщик там присылает запрос, ребята, подберите мне насос для котельной, принципиально для нас это будет важно. Какая это будет котельная, потому что при прочих равных условиях мы должны понимать, где она будет находиться. Ну и там так далее, там мы еще обсудим эти все нюансы поподробнее, в том числе и относительно применения и назначения котельной у нас, собственно, вся нормативная документация с вами, ну, по крайней мере, на территории Российской Федерации будет присутствовать. Собственно, в ней относительно расположения котельной и назначение будет те или иные требования. Хотя сразу оговорюсь, там, например, в частности насосов, оно вообще никак не меняется, но тем не менее. Значит, соответственно, централизованные источники теплоснабжения, как я уже сказал, это достаточно большие, серьезные, крупные сооружения. Котельные, ТЭЦ там и прочие вещи, да, у которых, естественно, более мощное оборудование, как, собственно, котловое, так и насосное. По котельным, которые имеют более автономное расположение, это могут быть там крышные, пристроенные, встроенные или встроенные котельные, безусловно, оборудование менее габаритное, менее мощное. В той же нормативной документации есть по этому поводу определенные ограничения мощности и так далее, и так далее. И, безусловно, здесь будет иметь место быть соответствующий вид насосов, там тип, который мы не сможем, например, там насос ICP поставить на крышу, даже если очень сильно захотим, и так далее, и так далее. Значит, и еще одна небольшая классификация, так, чтобы в общем и целом, что для тех, кто, может быть, еще не так сильно опытен в котельных, но хочет в этом разобраться, значит, мы делим назначение котельных на три основных вида. Это отопительные, когда она обеспечивает только отопительную нагрузку, то есть обеспечивает водой нагретой до определенной температуры, которая используется на нужное отопление, вентиляции или горячего водоснабжения. Отопительно-производственное, когда кроме обеспечения отоплением мы еще используем данное тепло в технологических целях, там, я не знаю, нагрев какого-нибудь там осушение воздуха или какие-то еще варианты, там масса, может быть, в зависимости от технологических процессов, там подогрев оборотной воды, чего-нибудь еще. И чисто производственная котельная, которая может обеспечивать и обеспечивать, находится на территории какого-то, не знаю, промпредприятия, и выработку тепла направляет только на технологические нужды, без учета чисто бытовых там целей в виде горячей воды там и технологий. Как правило, это паровые котельные, но вот здесь, в данном случае, она может быть, в принципе, и водяная, да, если пар в технологии производства не используется.
Таким образом, отличие по там, в том числе и паровым особенностям, и по котельным особенностям паровых и водяных мы увидим по основному виду оборудования и чуть-чуть позже это обсудим. Значит, ну, по нормативной документации. Здесь, поскольку у меня дальше в самой презентации будет отсылки тем или иным пунктам СП, соответственно, я их тут для всех привел, хотя вы, собственно, я уверен, даже больше, чем азбуку, знаете все эти нормативные документы. Кто все-таки, если не знаком из присутствующей аудитории, рекомендую себе обязательно все эти вещи поиметь, так сказать, там в электронном виде их в доступе полно. Значит, отдельно обращу внимание, ну, то есть у меня, к чему я, вот здесь вот обратите внимание, есть номер, нормативка там номер один. Вот если мы берем пункт какой-то из соответствующего СП, то у меня будет в презентации отсылка именно на пункт именно из этого СП, чтобы вам потом удобнее было ориентироваться, откуда я это взял. Значит, обращаю внимание, что зачастую сейчас, в том числе с экспертизой, вопросы возникают из-за того, что произошло некоторое обновление некоторых СП, ну, в частности, наш самый главный законодательный акт, вот этот вот, который был 2.35.76 котельной установки, его актуализировали в 2016 году, вернее, в 2017, и он называется теперь СП-89. Но вот здесь мы должны помнить с вами, что его еще дважды актуализировали, сначала в 2012 году, а потом в 2016 году. Так вот, вот это замечательное постановление правительства Российской Федерации, опять же, для тех, кто слушает нас и на территории Российской Федерации, это актуально. Постановление правительства 1521, в котором являются обязательными пункты именно в редакции 2012 года. Поскольку часть пунктов 2012 года в 2016 были заменены или отредактированы, то вот здесь иногда возникают разногласия с экспертизой, с заказчиками и так далее. Вот это еще раз обращаю ваше внимание на вот этот вот момент. Значит, по следующему СП, ну это тоже самый, наверное, такой продвинутый, распространенный СП-41, который появился практически в прошлом веке еще. И это, наверное, один из первых СП, их там тогда было по ИТП и по котельным автономным он появился. Такое бомбическое было событие по тем временам. И, собственно, здесь хотелось бы отметить, что, вот как ни странно, именно этот СП не редактировался, не изменялся за этот год, за эти года ни разу. И, естественно, поскольку он там совсем древний, не вошел его, ни один из его пунктов не вошел в постановление правительства 1521, которое является обязательным. Вот, это информация для размышления. Следующие у нас тепловые сети, ну, поскольку, да, мы, например, с вами имеем котельную, которая находится на некотором расстоянии от потребителя, то у нас тепловые сети будут неотъемлемой частью системы теплоснабжения, следовательно, про этот СП мы тоже должны помнить. К счастью, 2012 год был последней редакцией, и, соответственно, здесь разногласий там по постановлению правительства 1521 особых нет. Дальше. Ну и вот, наверное, сейчас этот, в принципе, достаточно тоже свежий СП. Он появился в 2017 году впервые. Ну, естественно, тоже не вошел в 1521 постановление. Касается небольших объектов до 360 кВт. В принципе, с точки зрения нашей с вами тематики, дойдем до 373 на следующем слайде. Нашей с вами тематики мы, это вопрос был в чате, относительно насосов ничего не поменялось. То есть полностью все пункты, которые были в первом СП, которые были в СП по котельным, автономным, все тут, никто ничего не поменял, там все остается так же. Поэтому, в принципе, здесь требования только изменились, упростились там для определенных объектов относительно не насосов, но
по насосам все остается пока так же. Вот, ну и 373-й, да, вот коллега Екатерина задает вопрос. Безусловно, он появился у нас с вами буквально совсем недавно. И, собственно, как же без него? Действительно, но поскольку он, опять же, свежий, 15.21 его нет. И самое интересное, что мы с вами имеем на сегодняшний день два действующих документа, потому что с введением в действие 373-го предыдущий СП 41 не отменился. Вот это самая забавная ситуация, которая на сегодняшний день приводит к тому, что у нас есть, в принципе, два в одной теме документа, но с разными требованиями. Естественно, в последнем варианте 373-м серьезно расширили возможности применения тех же самых крышных котельных по мощности, по высоте расположения и так далее, и так далее. Но вот как бы та ситуация, что эти два абсолютно, по сути, названия даже, да, документы существуют одновременно, так же, как со всей нашей остальной нормативной документацией, говорит о том, что да, вот когда у нас это время чета наступит, когда все нормативные документы выкинут и сделают новые. Надеюсь, что их сделают лучше, чем то, что есть сейчас. Итак, 10 отличий. Да, была пауза достаточно приличная. Вы могли найти эти 10 отличий даже по названию и, собственно, по содержанию. Они есть. Но еще раз, уже там второй раз там, или третий отмечу. Мы здесь как бы относительно насосов, в принципе, особых каких-то изменений, к счастью или к сожалению, не увидели. Значит, идем дальше. А дальше у нас с вами, собственно, мы переходим к обзору оборудования. На данном слайде мы с вами видим картинку оборудования, какое-то типовое, там, не знаю, не типовое, первую попавшуюся картинку выдернул из интернета, значит, увидел там зеленые насосы, подумал, классная картинка. Значит, что мы здесь с вами наблюдаем, да? В принципе, мы видим основное котельное оборудование, которое представляет все здесь три котелочка явно, два вот таких вот серенькие, один у нас с вами... Вот они вот находятся здесь. А здесь у нас котелочек поменьше, но это явно сделано для соответствия нагрузки летнего и зимнего режима, в которых, например, летом обеспечивается нагрузка на ГВС, она имеет меньшее значение, как правило. Соответственно, появляется оборудование меньшей мощности, что абсолютно логично и правильно с точки зрения надежности эксплуатации. Значит, мы видим с вами теплообменное оборудование вот здесь установлено. Дальше у нас куча всяких трубопроводов, синие, красные, очевидно, это подача и обратка. Значит, желтым у нас обозначается, как правило, газ. Сегодня мы газу как бы касаться вообще никак не будем, поскольку насосы там не используются. Собственно, так же, как и жидкого топлива, мы тоже касаться не будем, потому что насос, который там все-таки используется, мы не производим. Значит, здесь у нас также с вами есть сереньким показано, это блок химводоочистки, который является практически обязательным для любой водогрейной, а тем более паровой котельной, для выполнения требований норм ИСП и норм эксплуатации. Правил эксплуатации там, водогрейных котлов, а также требований заводов-изготовителей котельного оборудования и так далее. Мы также с вами видим красные вот эти вот баки расширительные для исключения температурных расширений, влияние их на изменение давления в сети. Ну и, собственно, насосное оборудование. Вот здесь вот парочка стоит, здесь стоит парочка. Это явно при наличии вот этой большой группы теплообменников, это внутренний котловой контур. Соответственно, котлы, насосы котлового контура каждого из котлов. Здесь же у нас с вами есть и сетевые насосы, но их практически не видно. Они вон там вон стоят сзади. Обеспечивающие подачу теплоносителя потребителю.
Блок, я так понимаю, подготовки горячей воды находится вот здесь, вот за баками. Их не очень хорошо видно, но вот это вот как раз водичка. По-моему, вот этот вот голубенький как раз водопровод. Это вроде как должен, наверное, быть холодный. А вот этот вот синий, фиолетовый, это у нас будет, скорее всего, как раз нагретая горячая вода. Вот, значит, здесь же у нас с вами, в принципе, ну, там топливные баки, они находятся в отдельном помещении, как бы это все в соответствии с нормой, но еще раз, да, мы этого не касаемся. В принципе, здесь все вроде как бы, на мой взгляд, понятно, и очевидно, что вот эти все элементы оборудования, которые здесь присутствуют, они влияют для нас с вами на один из основных элементов и узлов котельной, это насосы. Собственно, как каждый из них влияет, мы с вами сейчас как раз и попробуем разобрать. Итак, основное оборудование – это котел. Котлы бывают разные, так же, как и женщины, но здесь, в принципе, их гораздо больше по типу всяких разных видов, и по топливу, и по виду монтажа, и по способу нагрева. Там вид теплообменников материала, там чугунные, стальные, конденсационные виды топки. Что нам из этого нужно вынести с точки зрения, на что мы должны обращать внимание и каким образом это повлияет, там, в том числе на выбор насосов и его применение. Но, собственно, здесь то, что касается маленьких котелочков, которые относятся к классу настенные, они чаще всего имеют свои встроенные циркуляционные насосы, вернее один насос они имеют встроенный, а при том, что зачастую и схемы мы эти посмотрим, в схемах теплоснабжения используются там отдельные теплые полы, там свой контур со своим насосом, там отдельный какой-нибудь бойлер загрузочный, там с емкостной со своим насосом, там контур радиаторов, там подогрев бассейна и так далее, и так далее, то вот этого одного насоса уже явно, в том числе и по напорным характеристикам, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить такую разветвленную сеть, разветвленную систему с большим количеством назначений и регулированием. Соответственно, да, вот на это мы обращаем внимание и уже применяем ту или иную схему, которую мы дальше в том числе посмотрим. Значит, в зависимости от материала теплообменника, чугун и стальной и так далее, у нас у разных производителей, в том числе в зависимости от мощности, есть свои требования по поддержанию температуры на входе минимальной обратной воды, не ниже там некоторой отметки в виде точки росы. Соответственно, тема связана с тем, что если вода имеет небольшую температуру, невысокую на входе в котел, следовательно, та влага, которая выделяется при горении топлива, она может сконденсироваться на поверхности нагрева котла и из-за низкой температуры воды. И в нее будут в том числе растворяться газы, которые содержатся, опять же, в дымовых газах. Там СО2, например, или если это какой-нибудь мазутный или твердотопливный котел, там может серный газ растворяться, и уже у нас будет образовываться кислота. Да, химию все помнят. Газ с водой, СО2, там у нас углекислота будет, там у нас будет серная кислота, и все это, естественно, приведет к самым худшим последствиям, коррозии и выходу из строя котла в принципе. Соответственно, на это мы должны обращать внимание принципиальным образом, в том числе и на водоподготовку. Особые требования будут отличаться, скорее всего, в зависимости от газотрубных или водотрубных температурных режимов. И, опять же, исходя из материалов, из которых изготовлен котел, имеются разные рабочее давление. Есть котлы там до 2 бар, есть до 3, там, не знаю, до 7, до 10 и так далее. И, естественно, стоимость этих котлов разная, даже при одинаковой мощности. И вот в этом смысле очень часто и как раз возникают схемы с закрытыми котловыми контурами, с установкой насосов вместо обратки на подачу и так далее, и так далее. Вот это все как раз связано с тем, чтобы и применить котел меньшей
меньшего рабочего давления, меньшей стоимости, но при этом он оказался надежным. Поэтому на это пару схем я видел котельных, когда не обращали внимания и потом могли быть проблемы. Дальше идем. Кроме водогрейных котлов могут быть паровые, как я уже говорил, в технологии, как правило, используется пар, потому что он более экономичен с точки зрения именно применения как теплового вида энергии. И, соответственно, здесь конструкция гораздо сложнее. Они включают в себя, помимо простых поверхностей нагрева, которые располагаются в топке, принципиальный это узел под названием барабан, куда вода подается, и в том числе и там же, туда же отводится пар, который образуется в поверхностях нагрева, и он же оттуда же забирается уже непосредственно в технологию. Здесь может быть разные виды котлов в зависимости от мощности, от производителя. Там, соответственно, внутри котла для того, чтобы понизить, максимально использовать температуру дымовых газов уходящих, мы будем... Возможно, да, в зависимости от мощности котла использовать пароперегреватели, так называемые, которые повышают температуру пара и таким образом увеличивают его, так сказать, возможность использования и эффективность. Водонагреватели, так называемые экономайзеры, это теплообменник, через который проходит вода с одной стороны, с другой стороны идет дымовые газы. И, соответственно, воздухоподогреватели, которые подогревают воздух, поступающий на горение горелки, что тоже очень важно, потому что чем выше температура воздуха, подаваемого в топку, тем выше у нас с вами будет коэффициент полезного действия котлового агрегата. А чем выше коэффициент полезного действия котлового агрегата, тем меньше топлива он затратит для выработки той или иной энергии тепловой, там, пара или горячей воды. Соответственно, вот, например, на фотографии мы с вами видим паровой котел, старый добрый советский котелочек с двумя барабанами. В верхней части верхний барабан, внизу нижний барабан. Здесь у нас на этой схеме показан только один барабан. Собственно, в чем у нас здесь основная для этих котельных, для этих котлов фишка? Это, конечно же, подготовка воды с использованием деэрации. Деэрация – такая штука, которая позволяет нам обеспечить удаление растворенных газов в воде. Это, собственно, кислород и СО2. Основные два компонента, которые могут вызывать коррозию оборудования, в смысле не оборудования, а поверхности нагрева внутри котла. Значит, здесь, собственно, принцип работы фактически как чайник, который только к которому не подводится электрическая энергия, туда поступает пар, а вода. Это принципиальный момент очень. В этом изделии вода находится в состоянии насыщения. И, собственно, деэратор состоит из двух частей. Это, собственно, бак накопительный и деэрационная колонка. В деэрационной колонке, собственно, и происходит основной процесс, который и призван удалить растворенные газы из воды, туда подается снизу пар у нас с вами, сверху подается вода, которая питательная, так называемая, но она еще не питательная, она идет в схему водоочистки. И стекающая вода по кольцам Рашпига, специальные такие, специальные формы пластины, стекает вниз, а сверху она соприкасается с паром, который подается вниз деэрационной колонки. И за счет закона Генри происходит парциальное насыщение, выделение, собственно, газов из воды. Вода обезгаженная, деэрационная, поступает уже непосредственно в емкость. А пар вместе с теми газами, которые он забрал из воды, идет в качестве выпара. Ну, как правило, все его выбрасывают наружу, потому что он достаточно агрессивный. Вот этот вот элемент, и очень часто там видишь в всяких отчетах, там аудит, поставить, там охладители выпара, там все это полная ерунда, потому что их надо делать титановыми, чтобы они долго служили, иначе это деньги на ветер, по факту большой энергетической там ценности они не имеют
больше проблем с эксплуатацией будет. Но это из опыта. Вот, собственно, и потом самое главное в этом всем изделии, это то, что мы должны вот эту воду нагретую, там порядка до 104, но есть еще генераторы там 107, я не беру высокоатмосферные, там по 40 атмосфер, которые используются в ТЭЦ, это как бы не совсем наша сегодняшняя тема. Речь идет именно об атмосферных генераторах. И, соответственно, температура воды там 104 градуса мы должны подать в котел. Еще раз напомню, что эта вода находится в состоянии насыщения. Малейшее падение давления, и она закипает. Собственно, что это у нас для насоса? Это кавитация. Здесь принципиальным моментом при работе с паровыми котельными и выборе питательных насосов, это и самым важным моментом является расчет кавитации, учет бескавитационного режима, который, собственно, будет, если мы не учтем там высоту, потери, какие-то еще моменты. Вот. Соответственно, как правило, основным, самым главным способом, поскольку в основном для насосов здесь НПСН идет в пределах метра, которые используются современные, то одним из основных способов ухода от кавитации является подъем генераторов на какую-то высотную отметку, которая позволит иметь подпор, позволяющий, опять же, в свою очередь, не вызвать кавитационные процессы в насосе. Очень важный момент. Зачастую здесь у нас может быть не учтен эта высота, и генератор установлен там на минимальных отметках, только потому что кто-то не захотел делать высокую котельную или выносить его наружу. И впоследствии насосное оборудование может работать как со срывом подачи и напора, так и, собственно, с разрушением. Да, там есть некоторые конструктивные особенности, там делают колеса из титана, еще каких-то суперсверхплавных материалов, не разрушающихся при кавитации, но сама кавитация, мы должны помнить, что она имеет несколько стадий, и одна из этих стадий приведет к тому, что в принципе насос не сможет подавать воду в паровой котел, потому что произойдет расслоение жидкости на водяную и газовую фазу. А насосы, как вы знаете, газ перекачивать не могут. Собственно, поскольку требования по удалению растворенных в воде газов существуют не только для паровых котлов, но и для некоторых тепловых сетей, то у нас с вами там, где нет пара, генератор атмосферный поставить не получится. Придется ставить генерационную установку вакуумную, которая работает без пара, но, соответственно, ее технологичность вызывает определенное количество вопросов и нареканий в эксплуатации. Поэтому, исходя из опыта, если честно, я не видел ни одного работающего вакуумного генератора. Ну, из, так сказать, генераторов, установленных в отечественных котельных. Одной из особенностей этого решения является то, что внутри генератора создается разрежение, отрицательное давление, да, которое заставляет воду закипать при температуре 70 градусов. Следовательно, без пара мы как бы выделяем эти растворенные газы. Соответственно, у нас вроде как бы вода становится генерированной. И здесь, как вы понимаете, самая главная проблема – это создать этот вакуум. Причем это не проблема, а он создается специальным насосом циркуляционным, который берет воду из резервуара и прогоняет ее через инжектор. Собственно, в этом инжекторе создается разрежение, поддерживающее его, это разрежение в генераторе. Самое главное, вот на всем этом протяжении всего вот этого вот элементов, всех этих оборудований, мы должны с вами иметь абсолютное отсутствие подсоса воздуха, то есть полную герметичность. Как вы понимаете, в наших условиях обычный трубопровод невозможно сделать с полной герметичностью, тем более здесь такое достаточно габаритное оборудование. Следовательно, и на практике получается, что такие установки работают крайне неустойчиво, и в основном встретить их можно только в качестве памятника музейных экспонатов в самих этих котельных. На сегодняшний день для небольших каких-то объемов, для небольших котельных часто используются
дозирование комплексонов специальных, которые связывают растворенный кислород, в частности, там СО2 совсем немного, как правило, в основном кислород связывается, и этого достаточно для того, чтобы использовать их для тех или иных видов котлов, и, соответственно, не было коррозии, надежно работали котельные агрегаты без коррозии. В этом смысле техника у нас с вами дошла уже до того, что да, вот это все железо можно использовать. Я в свое время, где когда дипломный проект, вот именно такую установку себе поставил, потому что у меня пара не было в свою котельную. И, к счастью, на сдаче диплома ни один из профессоров ко мне не придрался, хотя самый простой вопрос, как вы обеспечите герметичность вот этого всего, я бы завалился бы сразу. Спасибо им большое за это. Идем дальше. Значит, следующий у нас это теплообменники. Собственно, здесь одна из ключевых элементов, да, назначения, это передача тепла от котла там к, собственно, допустим, наружному какому-то контуру или для нагрева воды на горячее водоснабжение. Здесь у нас есть, как правило, используются чаще всего сейчас так называемые вот эти вот пластинчатые разборные, сейчас еще и не разборные стали использовать, потому что они дешевле, вот, и так далее, и так далее. Здесь у нас особенность, да, есть пластины, которые там через уплотнение друг к другу прижимаются, создаются достаточно такие тонкие каналы, при этом коэффициент теплопередачи увеличивается, и эффективность вроде как этих теплообменников гораздо выше, чем у старых добрых советских кожухотрубных. Внутри труба в трубе, которые могут нагреваться и паром, ну так же, как и собственные пластинчатые, могут нагреваться водой. Сейчас появились производители, которые на этом тоже хайповать начали, делают якобы там суперэнергоэффективные кожухотрубные теплообменники, которые даже по коэффициенту теплопередачи гораздо выше, там, чем пластинчатые и так далее, и так далее. Здесь, ну, безусловно, это было всегда и будет. Там все хотят денег заработать, придумывают какие-то решения, которые не всегда соответствуют действительности, а может и соответствуют. Я, к сожалению или к счастью, опыта не имел с такими на практике. С советскими имел, да, они, как правило, на большинстве котельных уже заменены давно на пластинчатые. У пластинчатых есть свой недостаток, один из которых является загрязнение и, собственно, постоянная прочистка. И в этом смысле, конечно же, для наших старых тепловых сетей это является одной из главных головной болью эксплуатационных служб. Что нам при проектировании здесь важно знать и помнить? Это, значит, моменты, связанные с расчетом. Поскольку проектировщик практически сам никогда теплообменники не считает, ну, может, только единиц какие-то супер продвинутых, они запрашивают расчеты у там дилеров, компаний-производителей и так далее. И те, в свою очередь, пытаются всевозможными способами решить задачу так, чтобы купили именно у них. Соответственно, кто-то делает это не совсем корректно, завышая определенные там какие-то моменты, и что на практике потом приводит к тому, что а, либо идет недогрев, б, либо насосы не выдают своих параметров, как говорит заказчик, да, а в чем основная причина? Оказалось, что у этого теплообменника там в 2-3 раза сопротивление выше, чем оно должно было бы быть по расчетному листу. Естественно, напор насоса снижается на соответствующую величину, ну, вернее, увеличивается, а подача уменьшается. И, соответственно, недостаточная происходит циркуляция теплоносителя, у заказчика там отсутствует теплоснабжение, и во всем виноват становится насос. Поэтому прошу особое внимание всегда обращать на те моменты оптимизации, которые зачастую приводят к существенному ухудшению технических параметров теплообменников. Это коэффициент теплопередачи, он не должен быть космических цифр. В принципе, возьмите любой учебник, вы там можете эту цифру увидеть, какая она в реальных, может быть, диапазонах. Скорости в портах потоков зачастую для удешевления порты занижаются, соответственно, скорость увеличится. Я видел как-то пару расчетов, в которых скорость была где-то в районе 7-8 метров в секунду.
Безусловно, это бешеные потери, это та же самая турбулентность, это вибрации. И удешевление в данном случае может сыграть очень злую шутку. И вот этот вот момент, который мы с вами видим на данном температурном графике, при подборе расчете поверхности нагрева теплообменников используется понятие логарифмический перепад температуры, который учитывает все четыре температуры. Греющего теплоносителя и нагреваемого. Соответственно, вот эти две дельты, дельта между температурой подающего, греющего и на выходе нагреваемого, это дельта, так называемая дельта Т1, и дельта Т2, разница между обраткой греющего и входом нагреваемого, должны всегда иметь разницу. То есть Т1 должно быть всегда больше, чем дельта Т2, вот в пределах вот этого вот диапазона. В противном случае, опять же, если подставили в расчеты цифры, по которым эти значения как бы минимально имеют дельту, то, соответственно, явно это будет работать крайне некорректно. Вот, соответственно, как мы понимаем, этот узел очень серьезно влияет на работу насосов, фактическую именно. Да, там, в расчете написано, там перепад давления 30 килопаскаль, соответственно, мы заложили потери 3 метра, по факту их там оказалось 13. Да? Вот вам и отсутствие теплоснабжения на объекте. Поэтому пристально обращайте внимание на расчеты, перепроверяйте, особенно при заменах каких-то проектных решений на якобы аналоги. Следующий элемент, который очень серьезно влияет на работу насосов, это так называемая гидрострелка или термогидравлический распределитель. Конструктивно это изделие выглядит в виде небольшого такого сосуда. Собственно, с точки зрения технической части, это в принципе тот же самый теплообменник, только смесительный так называемый. Но как бы это понятие для него никто не использует в основном. Значит, это сосуд полностью между имеющий вход и выход, собственно, потока со стороны греющего контура и вход и выход со стороны наружного контура. Внутри они между собой ничем не разделены, ну, за исключением каких-то решеточек, сеточек и прочих элементов, увеличивающие их, так сказать, дополняющие, вернее, функциональность в виде удаления всевозможных взвешенных там частиц, шлама и так далее, и в том числе и отделение пузырьков, имеющихся в теплоносителе воздуха, который где-то там появился каким-то образом или не удалили, и вот здесь есть возможность как раз обеспечить его дополнительное удаление. Значит, собственно, исходя из этого, мы понимаем, что данный узел полностью обнуляет все давления, перепады давлений, существующие до этого узла и после, между, собственно, подачей обратки и между этими контурами. Какие бы у нас ни были расходы и напоры насосов в этой части, какие бы ни были расходы и напоры в этой части, здесь все приходит в одно общее значение. Собственно, и это, наверное, является одним из главных фишек этого изделия, позволяющих нам с вами использовать этот момент в котельных, в том числе как гидравлическую развязку. Поскольку у нас с вами есть одна из, ну, их много, конечно, негативных влияний насосов друг на друга, в том числе и последовательная работа насосов разной мощности, это одна из таких особых, да, моментов, когда может выйти из строя менее мощный насос. Здесь мы как раз с вами, а насосы, естественно, здесь, допустим, стоит котел. Ну, мы эти схемы с вами посмотрим, безусловно, и подробно разберем. Здесь стоит два котла со своими двумя насосами, здесь стоит там 18 контуров с 18 насосами, естественно, мощности у этих насосов значительно меньше, чем установленных на котлах. И при отсутствии вот этого гидравлического разделителя у нас будет прямая последовательная работа. И при прочих равных условиях, в тех или иных режимах, когда там из 18 останется всего один насос, вот здесь мы можем с вами получить не самую хорошую ситуацию и с теми, и с другими насосами.
Итак, что нам нужно знать и каким образом мы должны рассматривать с точки зрения тепловых режимов данное изделие? Значит, в идеале, вот эта вот картинка номер один, когда весь поток в том количестве, в котором он заходит от котлового контура, с температурой Т1 выходит, собственно, из этой гидравлической стрелки с этой же самой, собственно, температурой. Безусловно, если он в том же количестве зашел, то в том же количестве он выйдет. Здесь, конечно же, есть маленькая дельта, которая будет, да, за счет того, что все-таки смешение определенное будет присутствовать, теплообмен границ потоков. Дальше, соответственно, в том же самом количестве, в котором это зашло с подачей, в подачу уходит тепловых сетей там объекта и возвращается ровно точно так же. Расходы полностью соответствуют расходу в котловом контуре и в контуре потребителя. Это идеальная работа гидравлической стрелки, которая на самом деле возможна максимум только в расчетном режиме, когда у нас соответствует расчетный режим максимальной тепловой нагрузки. Во всех остальных режимах у нас начинаются там закрываться какие-нибудь термостатические головки, какие-нибудь котлы там начинают выходить в резерв, там чего-то еще. И вот этот баланс, естественно, будет практически все основное время работы нарушен. И здесь мы с вами видим два основных вида вот этих вот режимов рабочих. Это режим, который, в котором расход теплоносителя в внутреннем контуре системы теплоснабжения больше, чем расход теплоносителя в котловом контуре. Это будет приводить только к тому, что вода, поступающая в подачу внутреннего контура, будет забирать, естественно, часть воды из обратки, потому что отсюда воды поступает меньше. Следовательно, Т3 у нас существенно снижается. Здесь мы, соответственно, как только у нас понижается температура в подаче, ну, по крайней мере, он хотя бы ничего не говорит, Иван, у нас возникает, собственно, снижение тепловой мощности, которая поступает в радиаторы, и снижение температурного градиента, который, собственно, будет приводить к тому, что система отопления не будет греться, прогреваться и отдавать необходимое количество тепла. В связи с чем, собственно, заказчик будет недоволен и говорит о том, что он замерз. Вот, соответственно, этот режим считается недопустимым, то есть не то, что он, вот, его нельзя, то он будет, он возникает, он, собственно, и чаще всего, когда в котельных стоят гидрострелки, он и происходит, но он возникает изначально по причине того, что оборудование некорректно подобрано, и, в принципе, народ при проектировании этого тепловой схемы не задумался, на что нужно обратить внимание. Соответственно, более такой неправильный, но рабочий режим будет у нас с вами, когда внутри котлового контура теплоноситель будет расходоваться с большим количеством, вернее, циркулировать с большим количеством, чем в снаружном, для того, чтобы обеспечить максимальный температурный перепад, соответствующий расчетному в данной конкретной системе отопления. Дельта там, конечно, будет не такая большая. С точки зрения для котла у нас же тоже есть определенные нюансы. Да? Чем меньше разница между подачей и обраткой, тем и коэффициент полезного действия он тоже ухудшается, собственно. Но в данном случае идеальный баланс удастся выдержать и для системы отопления, и для котла, для того, чтобы не было там существенного падения надежности и тепловой мощности в радиаторах. Вот в этом вот случае мы должны обратить внимание на то, что при подборе насосики в внутреннем контуре вот между котлом и гидравлической стрелкой должны иметь подачу примерно на 10-20% больше, чем в наружном контуре. Суммарная подача всех насосов, установленных вот в этой части, должна быть больше на 10-20%, чем вот в этой части, независимо от того, сколько их у нас здесь стоит. В максимальном режиме, который мы рассчитываем как максимальную тепловую нагрузку.
И тогда мы заведомо, даже в каких-то прочих режимах, когда будет регулирование происходить, в том числе и по температуре, у нас будут отключаться котлы, но они будут отключаться в том числе потому, что будет снижаться потребление тепловой энергии, в том числе и потому, что оно будет снижаться из-за того, что часть потребителей будет закрыта, там радиаторы или не будет работать, не знаю, там приточные установки, через них циркуляции не будет, или не будет работать нагрев на ГВС, соответственно, расход в этом контуре будет снижаться, и, следовательно, при прочных равных условиях мы должны сохранить всегда переток здесь больше. Ну и, соответственно, в общем и целом, если так оно будет происходить, да, вот Т2, Т4, мы с вами дойдем чуть позже, приведу пример схемы, которая как-то мне прислал проектировщик с просьбой подобрать насосы. Там был показан как раз вариант, когда Т2 равно Т4. Ну, собственно, если мы правильно с вами изначально задаем задачи выбора и применения гидрострелки и насосов в тех или иных контурах, это быть не должно. И мы уже в схеме должны показывать, что эти температурные графики будут разные. Это очень важный момент. Идем дальше. А, кстати, вот где тут у меня слайд. С появлением нашего нового насосного агрегата серии Stratos Max у нас появилась шикарная возможность вместе с вами использовать режим с гидравлической стрелкой, который называется идеальный. Да, вот этот вот вариант номер один в этой вот схеме. В идеальном режиме работы, когда расходы одинаковые. А насос настолько умный, что он имеет возможность подключения к себе до 11 насосных агрегатов и видеть их расходы, собственно, и делать так, чтобы его расход был равен сумме расходов каждого из этих 11 насосов. Таким образом, при прочных равных условиях у нас всегда будет равенство расходов в котловом и в наружном контуре, что будет приводить к эффективности. Нам не придется подбирать насос на 20% мощнее с точки зрения подачи, да, и так далее, и так далее. Единственное, на что здесь я обратить внимание хотел бы категорически, потому что сам сразу до этого как-то мне, я там обрадовался, захлопал ладоши. Обратите внимание, это будет работать при условии, что вот здесь у вас прямые контура без трехходовых смесителей. При наличии трехходовых смесителей это работать не будет, потому что когда мы закрываем на трехходовой смеситель на внутренний контур, этот расход этого насоса будет виден, а здесь его суммарно не будет в гидравлической стрелке. Таким образом, такая система будет работать некорректно. Обращаю на это ваше внимание. И вот, собственно, получается у нас, если мы правильно рассчитаем температурные режимы, то в принципе отсутствие негативного влияния на друг друга разных насосов разной мощности в котловом и во внутреннем контуре, оно получается делает нам эту стрелку, собственно, незаменимой. Обслуживания практически никакого там не требуется, там краник открыл, внизу шлам удалился, там ведерко и так далее, и так далее. Чистка, как этих теплообменников, постоянно не требуется, и по цене они даже периодически, собственно, ну вот для ориентировки здесь, конечно, прайс там, не помню уже какого там лохматого года, но тем не менее, сопоставимый и даже интересней, там, чем с теплообменником. Но при всем этом у нас есть с вами самый большой недостаток этих изделий. Это габариты. То есть, если мы посмотрим на высоту данной гидравлической стрелки, а это размер С, собственно, то где-то в районе мощности 1,75 мегаватта у нее уже высота 2,385. При условии, что нам еще надо снизу чего-то иметь, еще и сверху, да, до перекрытия нужно иметь какой-то запас. Следовательно, дальше уже, где мы, допустим, вылезем на 2,5 мегаватта, то мы уже выходим на отметку 3 с лишним метра, что не всегда, в некоторых случаях даже и не получается сделать. Если
Получается, что все замечательно. Вот как раз в этом плане изделие будет еще достаточно полезно. Ну, дальше уже, видите, да, 4 метра, там, 6 метров и так далее. То есть для небольших котельных решение будет интересное. Для больших уже не очень. Дальше идем. Собственно, таким образом мы с вами рассмотрели основные элементы, основное оборудование и вспомогательное оборудование, которое применяется в котельной. И мы еще раз с вами проговорили, как оно, каким образом будет влиять на выбор насоса и на его работу. Как мы видим с вами, это очень важные моменты, и мы должны всегда учитывать их и обращать на это внимание. Теперь мы переходим с вами к принципиальным схемам. Принципиальные схемы. Начнем с очень принципиальной схемы, самой принципиальной из всех принципиальных схем паровых котельных. Это здесь у нас вот показаны паровые котелочки какими-то квадратиками. Самое важное, что мы здесь видим с вами, генератор. И, собственно, вот этот вот питательный насос, по назначению который обеспечивает подачу вот этой кипяченой воды, собственно, в котелочек. Как правило, напор этих насосов обеспечивает, понимание расчета напора этих насосов обеспечивается рабочим давлением котла, плюс, соответственно, какие-то там потери и так далее. Ключевым моментом, ну, по расходу понятно, собственно, производительность по пару. Ключевым моментом является все-таки вот этот вот учет бесковитационной работы для того, чтобы мы надежно обеспечивали подачу этой воды в котлы. Собственно, пожалуй, это вот основное ключевое такое оборудование в паровой части. Если мы не касаемся ее дальше применения, там, например, на нагрев воды. Понятно, что как только мы этот пар подаем не на производство, допустим, а в подогрев теплосетевой воды, у нас возникает куча еще насосов, там, сетевые, там, и прочее, прочее, прочее. Помимо питательных насосов, у нас, естественно, будут насосы сырой воды, подающие исходную воду сначала на водоподготовку, а потом уже, собственно, они же, если там не будет промежуточного резервуара, то этими же насосами мы будем подавать воду в генератор. И еще здесь на этой схеме не показаны конденсатные насосы. Конденсатные насосы используются для перекачивания конденсата, возвращаемого с производства. Вот здесь конденсат показан желтой линией. И вот, ну, поскольку я, как я уже сказал, это принципиальный, из самых принципиальных схем, он почему-то здесь подается прям непосредственно в генератор, что достаточно редко происходит. В основном конденсат подается все-таки в конденсатный бак со всех линий производства, с того же самого, с тех же самых пароводяных теплообменников, там еще откуда-то. И в дальнейшем, если это чистый пар, то он сразу может направляться, опять же, конденсатными насосами в дерационную колонку. И, ну, поскольку это, считайте, там дистиллятик уже, да, собственно, из пара, полученной водичкой. Либо, если есть вероятность и опасность загрязнения на производстве, не знаю, мазутное хозяйство, там может всякое быть, а его направляют обратно потом на водоочистку. Ну, то есть это зависит, опять же, от технологии котельной. То есть тут у этого конденсата еще путь может быть длинный достаточно. Вот, то есть три. И у этих насосов мы тоже должны всегда помнить о том, что будет, да, температура порядка 100 градусов, тем 90, ну, ну максимум, да, 100 градусов, конечно. 90 градусов, может быть, там 80. И это будет атмосферный бак, дерационный. Обычный бак накопительный, и эти баки всегда в основном стоят на нулевой отметке, редко кто когда-то их куда-то задирает, поэтому тут мы тоже, как ни странно, тоже должны помнить про расчет бесковитационной работы. Вот, собственно, больше здесь вообще в принципе к паровым котельным смысла дальше обращаться нет, поэтому мы на этом паровые котельные закончим. Водогрейные котельные, здесь насосов как бы может быть тьма тьмущая, да,
Мы с вами видим и насосы рециркуляции котла, которые подают воду из подачи в обратку на входе в котел сразу непосредственно. Мы с вами обсуждали уже, да, если есть требования и у производителя котла, например, по поддержанию температуры точки росы, единственный способ это сделать как раз взять более горячую воду из подачи и подмешать ее в обратку. Также есть у некоторых производителей требования по минимальному протоку через котел. Есть, там, например, 30% от номинальной нагрузки через котел, когда все там, система встала, никакие контуры циркуляции не работают. Этот насосик должен обеспечить минимальный проток. Ну, это логично, да, для того, чтобы в определенных зонах тепло поверхности нагрева снять локальную зону там, от работы горелки буквально там минуту назад, и чтобы не было локальных зон перегрева, вскипания и так далее. Это и в том числе перенапряжение температурное по поверхности нагрева, в частности для чугуна, это для некоторых видов чугуна может быть опасно. Ну и для стали тоже, собственно. Насосы циркуляции внутри котловые. Ну, в данном тоже принципиальная схема, это просто картинка для того, чтобы нам понять с вами, какие насосы, в принципе, мы можем с вами в котельной увидеть. Здесь показаны, конечно, насосы не котловые, а сразу напрямую подающие в систему так называемые сетевые насосы. Они уже называются насосы на загрузку теплообменников при подготовке ГВС внутри котельной. Это отдельная группа насосов, соответственно, подпиточные насосы практически всегда у нас с вами будут, потому что, ну, на данной схеме, опять же, супер принципиальный не показан бак, хотя он будет, и вся вода из наружного трубопровода будет поступать в бак, а потом бак подпитки, из бака подпитки уже будут подаваться в систему. Здесь может быть котловой контур, у него будет одно давление, там, соответственно, наружный контур подпитывать нужно будет для другого давления и так далее, и так далее. Насос циркуляции ГВС. Огромное количество назначений, каждому из которых требуется подобрать напор, подачу и выбрать конструкцию, собственно, которая будет работать надежно, долго и счастливо в этой системе. Вот, собственно, все это мы дальше с вами обсудим. Здесь как раз сейчас мы перейдем более к каким-то конкретным схемам, разберем их особенности, чтобы на примере потом вы их могли, эти особенности, учитывать при проектировании своих котельных. Итак, стандартная, ну, практически типовая схема коттеджного небольшого частного дома, у которого есть один котел, у которого есть контур радиаторный, у которого есть, там, ну, в данном случае, два контура теплого пола. И, как ни странно, почему-то нет нагрузки на ГВС в этой схеме. Ну, принципиально это не важно. На самом деле, если мы с вами вот сюда дорисуем еще бойлер, и мы поставим еще один, собственно, насос, это будет еще одна дополнительная насосная контурная система. Собственно, в чем здесь особенность этого, этой схемы? Здесь мы обращаем внимание на то, что есть насос рециркуляции. И в данном случае, согласно этой схеме и тому котелочку, который используется в данном случае, это требование котлопроизводителя для того, чтобы обеспечить минимальный проток. Как раз 30% у котлов Дидрич, оно имеет место быть там до, по-моему, до 115 кВт. Вот, собственно, поэтому насос этот есть. С точки зрения насосов, которые установлены в контурах, естественно, мы их подбираем, они каждый стоят друг другу параллельно, подбираем на соответствующую нагрузку. И вот здесь хочу обратить внимание, там по расходу в принципе вопросов нет. Единственное, обращайте внимание, пожалуйста, на то, что у вас, поскольку контур теплого пола в данном случае используется явно, ну, нормальный водяной, это, собственно, и там должен быть перепад не больше там 10 максимум градусов, 5-7 между подачей и обраткой градусов. Соответственно, обратите внимание, да, если мы, например, принимаем для радиаторного отопления 15 градусов дельта Т между подающим и обратным теплоносителем, то для контура теплых полов этот перепад будет 5, допустим, или 7 градусов. То есть по производительность при той же самой мощности, допустим, да, мы разделили отопительную нагрузку 50% там, коттеджа у нас радиаторная нагрузка там 15 кВт, допустим, и 15 кВт
нагрузка на теплые полы. У нас получается расход теплоносителя в этом контуре будет в 3 раза больше, чем в радиаторном. Следовательно, подача насоса тоже будет в 3 раза больше. И в этом смысле мы понимаем, что такой производительности через котел не будет точно, потому что здесь трехходовой смеситель работает на постоянном поддержании вот этой температуры и периодически приоткрывается для того, чтобы запустить порцию горячей воды. На полную катушку он будет работать крайне редко при определенных только настройках, если вы сами их таким образом сделаете. Я имею в виду настройках автоматики котла. Потому что, опять же, у нас с вами есть ограничения по максимальной температуре теплоносителя, поступаемого в теплый пол. Вот. Здесь я обращаю на следующее внимание ваше. Это вот учет вот этой вот части. Поскольку это одна из частых проблем, задаваемых монтажниками, и даже не монтажниками, а теми же самыми заказчиками уже, которые используют эти системы. Когда, например, там включается насос второй или третий, у этого насоса параметры падают. То есть у него там подача уменьшается, и, соответственно, почему она уменьшается. Все здесь очевидно. Если у нас включается, как, ну, открывается, например, клапан трехходовой на других контурах, у нас увеличивается расход через вот эту вот часть. Здесь мы с вами обращаем внимание, что, опять же, эти коллектора обнуляют перепад, каким бы он разным ни был на этих контурах, здесь он будет всегда одинаковый, да? То есть, соответственно, сопротивление этих участков, этих контуров тоже должно быть одинаковое. Безусловно, независимо от их длины, мощности, нагрузки и количества циркулируемого теплоносителя. И вот этот вот участок общий должен быть рассчитан изначально на очень суммарный расход. Для того, чтобы при включении и открывании следующего насоса, соседнего там дополнительного контура и так далее, здесь может быть два контура радиаторов, да, один прикрылся, второй не прикрылся, и потом открылся снова, у вас не было резкого изменения сопротивления за счет увеличения расхода, которое, естественно, приводит к тому, что напор насоса становится выше. А раз напор насоса становится выше для преодоления этого сопротивления, расход у него будет снижаться. Поэтому изначально мы с вами должны предусматривать напор, учет напора насоса этих контуров, исходя из суммарной потери гидравлического сопротивления вот этих вот двух участков при максимальной расчетной нагрузке через них. Вот. Но, безусловно, все это слова, как бы на практике все гораздо жестче, собственно, и сложно бывает там какие-то моменты разобрать, особенно там по телефону, когда звонят, вот у нас там что-то не прокачивается, еще что-то и так далее, да. Безусловно, жизнь, она жестче, и вот по факту, чтобы не проектировали, оно получается все вот потом вот так вот. Ну, не всегда, конечно, поэтому все-таки стоит проектировать правильно и надежно. Переходим к более серьезным системам, более серьезным схемам. Значит, как мы уже с вами обсуждали, у нас с вами есть вариант подключения котлов через так называемый котловой контур, то есть устанавливается промежуточное решение в виде теплообменников, промежуточное решение в виде гидравлических стрелок, которое, собственно, разделяет контур котла и тепловых сетей. Вот, соответственно, мы начнем разбирать с тепловых схем, в которых мы имеем контур, внутренний котловой контур с теплообменниками. И, собственно, здесь есть у нас, для этого есть соответствующие предпосылки. Мы с вами обсуждали уже, в частности, когда рассматривали котловое оборудование, что зачастую есть менее дешевые котлы, у которых рабочее давление невысокое, например, там 3 бара. И, соответственно, подключать их к сетям, у статика у которых будет соответствовать этому давлению, невозможно.
Многие даже на это не обращают внимания, особенно когда котельные уже спроектированы и прибегают всякие оптимизаторы, как я их называю, и начинают там все мощно менять, что-то удешевлять и так далее, не глядя вообще на то, как это все будет в дальнейшем работать. Поэтому еще раз подчеркиваю, там, независимо от того, какой профессии вы сейчас относитесь, я так понимаю, что поскольку у нас вебинар открыт для любых слушателей, это могут быть и дилеры, поставщики оборудования, это могут быть и проектировщики, это могут быть и заказчики. Собственно, я уверен, что так оно и есть. Ну и, соответственно, здесь мы должны вот об этом помнить. Если мы об этом помним, то явно наружная статика высокая, чтобы исключить более дорогое оборудование, можно поставить, ну, опять же, при определенном технико-экономическом обосновании, конечно, если теплообменники не приведут к более высокому удорожанию, можно как раз закрыть контур котловой теплообменниками. А также эта система двухконтурная с теплообменниками позволяет нам обеспечить максимальный температурный график, то есть котел может работать там 115, допустим, мы поставили, или там, не знаю, 130 градусов. При этом это обычная отопительная нагрузка, которая подает воду максимально там на отопление или на подогрев ГВС, в которых, да, мы с вами вынуждены там ограничивать 90 градусами, там 95 градусами для внутренних систем отопления. Закрываем контур, ставим теплообменник, котел запускаем на 130 градусов, у него, соответственно, эффективность с точки зрения, чем выше его температурный график рабочий, тем, собственно, и у него и КПД будет лучше. И при этом этот график можно сделать постоянным, независимо от наружной температуры воздуха, потому что подаваемый теплоноситель будет идти не в систему отопления, а будет идти в теплообменники. И уже количеством этого теплоносителя мы будем регулировать, а не температурой, с точки зрения, в том числе, работы котла, опять же, КПД, снижение расходов топлива и так далее. Ну, про то, что шлам и грязь из тепловых сетей не летят в котел, это принципиально, казалось бы, ерунда, на самом деле очень серьезные вещи, особенно если у вас водотрубный котел. Грязь может прилететь так, что там и, собственно, часть труб будет забита ей, и шламом, и, собственно, котел можно будет выбросить. Проще почистить теплообменник, чем выбросить котел, согласитесь. Ну и, соответственно, здесь у нас еще остается какие нюансы? А отсутствие влияния гидравлических режимов тепловых сетей на режим котла. То есть не только с температурной точки зрения, но и с точки зрения гидравлики. Насосы будут работать стабильно, максимальное там изменение их будет зависеть только от типа регулирования, которое будет принято там при помощи, например, тех же трехходовых смесителей. Но опять же, при прочих равных условиях этот трехходовой смеситель в принципе будет незначительно изменять подачу, если этот трехходовой смеситель выбран правильно. Хотя в тепловых сетях при этом может быть достаточно существенное изменение расхода, какой бы график там ни был принят, количественный или качественный, закрылись термостатические радиаторы, все, у вас термостатические головки на радиаторах, у вас расход уменьшился, у сетевого насоса расход уменьшился, а у котловых насосов расход практически постоянный, гидравлический режим поддерживается у котла, все замечательно, все счастливы и довольны. Вот, значит, на что мы обращаем здесь внимание? Да, давайте сначала откроем, собственно, эту схему. Давайте ее попробуем открыть. Так. Видно схему всем? В принципе, PDF-редактор должен быстренько ее подгружать. Коллеги, помашите папе ручкой. О, отлично. Спасибо большое. Значит, здесь мы с вами видим ситуацию, в которой котлы находятся в своем котловом контуре. Этот вариант вот как раз подсказывает нам теплообменники. Котелочки, теплообменники, наружный контур, собственно, и внутренний контур. Во внутреннем контуре установлена одна группа насосного оборудования.
которая, соответственно, обеспечивает циркуляцию теплоносителя между котлом и двумя группами теплообменников. Это теплообменники теплоснабжения, подающие воду на отопление, теплоноситель на отопление, а это у нас группа подогрева горячей воды. Собственно, классика жанра, казалось бы, но конкретно в этой схеме принципиальным фактором является применение одной общей группы насосных агрегатов на оба разных вида тепловой нагрузки. В чем особенность? Особенность в том, что конкретно для данной конкретной котельной, вот в принципе, вот поскольку это схема с конкретного объекта, у нас существенная очень разница в тепловых нагрузках. В частности, на теплообменнике отопления у нас с вами присутствует, ну, нагрузка соответствует порядка, по-моему, там, если память не изменяет, 600 киловатт там, или 800, а на ГВС всего 23 киловатт. Представляете, да, какая существенная разница с точки зрения тепловой нагрузки и, соответственно, расходов теплоносителя через греющего теплоносителя через данные группы теплообменного оборудования. В связи с этим, собственно, анализ работы примененных насосов показал, что если котельная перейдет в летний режим работы, то у нас вот эта нагрузка, даже при условии, что здесь два рабочих насоса, но это сделано явно неосознанно, а только потому, что два котла, один резервный, два рабочих насоса, а не потому, что у нас вот эта нагрузка существенно меньше. Даже при этом условии насос сетевой, так называемый котловой, да, для обеспечения циркуляции в летнем режиме через вот эти теплообменники будет обеспечивать расход очень и очень мизерный, который попадает в зону его 10% минимальной подачи, что, собственно, недопустимо с точки зрения его надежности работы. При этом, я сейчас не помню, какие там насосы стояли с мокрым ротором или нет, там у нас возможно, да, проследствие 10% подачи, это перегрев жидкости в гидравлике. Если это сухой ротор, то, соответственно, перегревается уплотнение, выходит из строя. Если это мокрый ротор, то это еще позволит нагреть и мотор дополнительно, да, и, собственно, в данном случае может как произойти отключение по перегреву обмоток, если датчики ВСК подключены, их тоже никто нифига никогда не подключает, соответственно, пока насос не выйдет из строя, они не поймут, что это надо было подключать. И второй момент, там, да, допустим, это, ну, встроенная защита, ну, собственно, она не сработает, потому что токовые показатели здесь будут меньше номинальных при работе с малой подачей. А перегрев защита токов блокировки не видит. А перегрев обмоток будет, соответственно, двигатель может выйти из строя. Так, Дмитрий задает какой-то вопрос. Трехходовые клапаны должны быть в первичном контуре или вторичном? Ну, собственно, в данном случае, как мы уже говорили, это зависит только от того, к какому объекту и какой подключается данная насосная, данная котельная. И что является, собственно, какие принципы регулирования заложены. С учетом конкретно вот этой схемы, трехходовые клапаны внутри применены корректно, потому что они позволяют изменить расход греющего теплоносителя через теплообменники. Таким образом, они автоматически поддерживают необходимую температуру в наружном контуре. Поскольку температурный режим здесь постоянный, то либо частотным регулированием мы можем обеспечить при правильном применении частотников автоматики и контроллера изменение расхода греющего теплоносителя при постоянной температуре, либо при помощи трехходовых вентилей именно в первичном котловом контуре. Вторичный контур регулирования уже будет зависеть от того, что там дальше стоит, если там радиатор с термостатикой или без, или оно может быть вообще нафиг не нужно. И здесь будет просто идти регулирование качественное по температурному графику в соответствии с наружной температурой воздуха. Будет зависеть только от этого. Вот, ключевой момент, да. С одной группой насосов будьте, пожалуйста, аккуратнее. Она актуальна тогда, когда вы
имеете равнозначные нагрузки на разные свои теплообменники, группы теплообменников там и так далее. То есть тут может же быть еще у нас там, допустим, теплоснабжение. Вот, таким образом, да, обращаем внимание на вот эти режимы работы насосов, только на такую нагрузку, на суммарную нагрузку, только на такую, чтобы диапазон работы насосов оказался в надежной зоне. При закрытии, ну как бы условно, да, закрыть, при переключении трехходового клапана мы должны понимать, что, опять же, например, сопротивление сети изменится не критично, а еще хуже, если оно изменится в меньшую сторону, тогда у насосов может увеличиться подача, и они могут попасть в диапазон работы своей перегрузки, потоку уже, да. Соответственно, здесь будьте аккуратнее с трехходовыми клапанами, опять же. Естественно, по идее, при правильном подборе, при закрытии трехходового клапана у нас подача насосов должна чуть-чуть уменьшиться, потому что расход теплоносителя будет уменьшаться, соответственно, за счет в том числе и сопротивления этого клапана. Насос либо останется в том же режиме работы, как и на тепловые нагрузки при обеспечении тепловых нагрузок, либо чуть меньше, но не критично меньше. И, естественно, для того, чтобы у вас равномерно распределялся, я вернусь еще раз на схему, равномерно распределялись потоки на 20 кВт и на 800 кВт, сопротивление этих участков для соответствующих расходов должны быть одинаковые, потому что у вас общие коллектора. Как правило, в этом чаще всего возникают проблемы. Здесь сопротивление существенно меньше, и, соответственно, поток большей части идет вот сюда. Хотя, в принципе, по гидравлике при определенной правильной надежной работе максимальной нагрузки у нас потоки должны распределяться в соответствии с требуемыми тепловыми нагрузками, а не туда, куда вода захотела, собственно, куда ей легче, туда она и будет перемещаться. Следующая у нас схема для примера, когда применены отдельные группы насосов. Да, вот мы видим котелочки, мы видим, ну, тут и уже их целых три, мы видим две группы теплообменников отопления и ГВС, и, соответственно, две группы насосов. И в данном случае эта схема более правильная с точки зрения надежности работы внутреннего котлового контура и насосов во внутреннем котловом контуре, потому что у нас есть возможность выбрать насосы с соответствующей подачей для данной тепловой нагрузки. Вот, собственно, здесь вот опять же недостатки. У нас появляется вместо, допустим, там трех насосов 4. Кто-то там может сказать, что, блин, это дорого, зачем нам ставить там 4 насоса. Но, опять же, эксплуатация и дальнейшее их применение, в их надежная работа с каждым в своей контуре со своей подачей снизит затраты на обслуживание, ремонт, а иногда и замену оборудования раньше, чем положенный срок. Поэтому здесь как бы экономить, конечно, можно, но с прицелом на будущее нужно всегда подходить к этому вопросу. Безусловно, да, еще раз подчеркну, что в этой схеме мы принципиально должны обращать внимание на соответствие вот этих вот нагрузок относительно друг друга. Чем больше у них разница, тем больше как бы потребности к тому, чтобы эти группы стояли отдельно, а не как в схеме номер один. Так, коллеги, у нас с вами, мы по времени уже вылезли за планируемые 13.00, да, с учетом, к сожалению, еще вот этих вот всех моментов со связью. В принципе, у меня примерно как раз середина наступила, экватор, а остальное у меня предназначено для завтрашнего рассмотрения. Поэтому предлагаю на сегодня закончить и завтра подключайтесь, будем продолжать с этого места, посмотрим. Дальше у нас есть еще одноконтурные схемы и так далее, и так далее, и так далее. Если вопросы есть, я
На связи здесь можете в чат писать, соответственно, если вопросов нет, то всем до завтра.